знаю. Камера уже включена, да? Включена. Дим, смс-ка нагрелась. СМС-ка нагрелась, но недостаточно, естественно. Чуть-чуть. Сейчас посмотрим на ребят. Можно вот повыше, сантиметров на 5? Да, да вот это вот. Так, а ну... больно сидит не там, где надо. Впечатление, что не там, где надо. Ладно. Просто расслабьте ниже. Момент, когда будет старт, будет неудобно. Когда крыло поднимется, оно вверх все поднимется, и он будет удобнее. Ты вообще чуть-чуть. Спасибо. А у вас как? Все хорошо? Потихонечку. Как твои дела? Потихоньку. Видишь, погоды нету. Сколько человек? Два. Нет, ну я не знаю, у Татьяны Анатольевны спроси лучше. Ты имеешь в виду... А, я понял. Смотри. Сейчас, погода есть, но как бы я жду, чтобы здесь приземлиться, ты же знаешь. Мне сейчас солнышко нужно, вот, немножко. Она целый день такая, вот то выйдет солнышко, то не выйдет, то выйдет, то не выйдет. Надо ждать. Сейчас дождемся полетим. Смотри сам. Либо подожди минут 20. Посмотри, как мы там чего там. Да, такое. Смотри сам. А большой вес у тебя там? Вес большой? Не маленький. Девушка маленький вес, а парень килограмм под 85-90, наверное. 85, да. 85. Да, видишь. А 2100. Это зависит, как вам это вот поправлять, тяжелее или легче, да? Поправлять, когда будешь даже двигателем, то птички так же какие-нибудь, не двигателем, мы используем те же самые потоки, если больше штукиц. Солнце нагревает землю, она нагревает, отдает свой тепло, воздух начинает подниматься вверх. Образуется облака в итоге. Чем тяжелее, тем хуже поднимается, да? Да, соответственно. Когда я сам летел, я говорю, да. Не сильно высоко был. Но на ней вес еще был. Низко смотри. Дим, Дима, как вариант, это смс-ка 2100. Набор, подъем, сюда, возвращение. Это как вариант. То, что я сейчас вижу, по крайней мере. На передний старт встану. Что не нужно делать? Если я скажу тебе бежать, а ты сядешь, это не нужно. Ты вот боишься не испортить. Да, главное не садись. Самое неприятное, когда люди садятся. Раньше было. Когда я стою садиться, то немножко сразу. Это когда уже полетит. Ну, прям ты почувствуешь, тебя поднимать будет. Все, ну, понятно. Ну, вот ты почувствуешь немножко раньше вот этот вот подъем. Вот тут не садись, подожди потом, хорошо? Потому что в следующий момент мы пробежимся, а потом садись. Да, я тебе скажу. Слабо, там солнца почти нет, Дим. Почти нету солнца. На солнце летает солнышко, да? Конечно. Не нужно солнышко.